Всем всего доброго и прекрасного. Вчера потеряла в доме штаны. После чего поняла, что в комнате срочно надо убраться. И набордачила еще больше. Потому что пыталась одновременно работать, делать постинг, снимать видео. В общем, в этом вся я сейчас. Ну ладно, в принципе, сейчас приду, вещи, наверное, повешу по местам. Наконец-то с утра как-то рассортировала. Ну, а в Москве жаришка. Плюс 28. Солнце светит ясное, жаркое, горячее. Можно загорать, пить для прохладительной напитки. У кого есть возможность купаться где-нибудь там в бассейнах. Ну, не может быть, кто-то даже на море. А я себе сейчас заварю чайку и трудиться надо.